Да, друзья, хороший фонтан, но это сейчас не об этом. Я на перекрестке вот здесь именно было два фонтана. Два других одинаковых фонтана, декорированных скульптурами детей, располагались на проезжей части. Да, сейчас здесь находится перекресток, где поворачивает трамвай номер один. Трамвайные пути шли прямо. Вот так вот они шли через площадь. Эта же аллея была вот так вот, вот и на площади. И между рельсами вот здесь и вот здесь были эти фонтаны. Круглые бассейны с фигурками детей. Интересно, что на фото 1920-х годов по краям круглых бассейнов располагались вазы с цветами. Видимо, детские фигуры появились именно в 30-е годы. После войны эти фонтаны уже не восстанавливали.